Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Украшение прекрасное для повседневной жизни. Это золото. С золотом ничего не случится. Надели и носите. Для тех, кто не любит, может быть, часто менять ювелирные украшения, для тех, кто вот обладает таким постоянством, для тех, кто любит надеть сережки, да, не снимать их, например, неделю или две. Вы любите в них спать, купаться, заниматься спортом, заниматься с детьми, да, какими-то делами, хозяйственными делами. Пожалуйста, заказывайте золото. В этом случае вы не прогадаете. Золото 375-й пробы. Прочно. Надежный, и это золото, это вложение средств, и у нас уникальная цена. Посмотрите, золото 375-й пробы. Прочное, надежное, сиятельное, блистающее и алмазная грань, которая добавляет вот таких вот ярких нюансов. Сочетание цвета белого золота, сочетание нашего прекрасного золота 375-й пробы в розовом оттенке, который мы так любим. Конечно же, покажу вам сейчас и занижение штифта около миллиметра здесь присутствует. И, конечно же, наш прекрасный, любимый английский замочек. Вы как раз здесь можете очень легко увидеть пробу. Вот она, девушка с кокошником. Кстати, в советское время была звездочка, серп и молот, да, на пробе, а у нас сейчас девушка с кокошником. Давайте с вами посмотрим на занижение штифта около, да, около 2 мм. И сам штифт в районе 7-8 мм. Это очень хорошая длина, она оптимальная на любые ушки. Обратите внимание на блеск, на сияние золота, сияние роди. У вас два драгоценных металла здесь. Драгоценный и более драгоценный, да, если мы говорим о роде. Еще раз хочу напомнить, да, для тех, кто не знает, чем отличается 585 и 375 проба. 375 проба, она, естественно, более доступная, но при этом, а это золото, это в любом случае золотой сплав. И я хочу обратить ваше внимание на то, что он более надежный, он меньше царапается, он более прочный, более износостойкий. Поэтому как раз особенно для повседневного ношения очень многие европейцы, очень многие практичные люди дают предпочтение именно даже не серебру, а золоту 375-й пробы. Какой будет подарок прекрасный? Подумайте, кому-то наверняка же хочется подарить золотое украшение. Это может быть первое золотое украшение для вашей внучки или для вашей дочки. Это может быть на юбилей, там, да, на 16, на 20 лет можно подарить такие украшения. Или если вы, например, любите ювелирные украшения, которые носите каждый день, не снимая, выбирайте золото. Это ваш выбор, это предложение на каждый день, причем это доступная роскошь. Это ваш шанс сейчас преобразиться и заказать золото. Посмотрите на размер сережек. У нас высота с вами 15 миллиметров. Для тех, кто хочет, кстати, сделать предзаказ, заходите на сайт, пожалуйста, если не можете дозвониться до наших операторов. У нас там линии перегружены. Вот, обратите внимание, 15 миллиметров высота этих сережек. Да, если мы с вами говорим о ширине, она очень хорошая, в районе 7-8 миллиметров. Вот об этом я и говорю. Это стиль на каждый день. Это украшение, с одной стороны, очень простое, неприхотливое, и при этом вы знаете, что это золото. Золото, которое вы в любой момент, в любой стране мира можете обменять на деньги. Это инвестиции, это вложение средств. А, знаете, в некоторых случаях для некоторых украшений даже лучше 375-е, чем 585-е, потому что более износостойко. Из него можно создать шедевры, такие как наши серьги, совершенная симфония. Ваш символ совершенства, ваше ювелирное украшение на каждый день. И на кольцо очень выгодная цена, но на серьги сверхвыгодная. Это предложение дня сегодня. Это самое выгодное предложение на золото. Я думаю, что это не просто удивляет, это фактически шокирует, потому что это золото по сверхнизкой цене. Золото 375-й пробы или 10-каратное, как его еще часто называют. Видишь, здесь средний вес в районе, ну, 1,6-1,5, может быть, грамма, да, в зависимости от того, какие сережки именно ваши, которые вам попадут, как говорится, в вашу посылочку. Вы откроете эти ювелирные украшения, оплатите вы их только по получению. Более того, после того, как эти украшения придут в ваше ближайшее почтовое отделение, у вас будет еще 15 дней, чтобы их забрать. Вот таким бонусом пользовался мой папа недавно, потому что он не смог заехать сразу за сережками, которые заказал моей маме, но заехал где-то в течение 4-5 дней, у него было только тогда время. Поэтому вы можете также. Серьги «Совершенная симфония», номер лота для заказа 004-316-778. Красота, износостойкость. Золото, в отличие от серебра, не окисляется, не темнеет. Это долгосрочное
всегда вечный металл. Это украшение, как говорится, одно на всю жизнь, да, вот на всю жизнь абсолютно. Сможете носить и сейчас, и через год, и через 10 лет, и через 20. Самое главное, что здесь дизайн такой, что оно будет популярно через 20 лет. Хотите, по наследству дочери передадите. Поверьте мне, вот такое украшение, оно и на юной барышне хорошо смотрится, и на женщине уже солидной, со своим стилем, уже со своими решениями в образе. Оно универсально, оно подстраивается под вас. Если вы также любите, как и я, украшения, которые являются базовыми, которые не забивают вашу внешность, а именно подчеркивают плюсы вашей внешности, тогда выбирайте себе совершение Symphonia, потому что в каких-то случаях мы выбираем акцентные украшения, в каких-то базовые. Вот это пример повседневной роскоши. Такие сережки, поверьте мне, вы будете носить 80% вашего времени, ну и 20% это будут какие-то другие украшения, может быть, более крупные. И так далее. Вот в этих сережках, еще раз подчеркну, для активного образа жизни. Занимаетесь ли вы спортом? Может быть, вы активно возитесь на дачу сейчас с цветами, с садом со своим, да? Может быть, вы как раз с внуками постоянно играете, с детьми. Вам нужны сережки, которые на вас будут сиять, будут поблескивать, но не будут доставлять никаких неудобств. Вы точно будете знать, что вы можете искупаться в них, в отпуске, поплавать, в бассейне, как угодно, да, с этими сережками, с этим кольцом ничего не случится, ведь это золото. Золото 10-каратное. Кстати, видите, что как раз на это предложение действует бесплатная доставка. Ну что, полторы минутки у меня остается до окончания предложения. У меня более 200 пар серег уже приобретено. Они близки к окончанию предложения. Здесь сейчас, в эту секунду. Дозванивайте, заказывайте. Сверхнизкая цена на золото. Итак, бесплатная доставка на комплект. Золото 375 пробы, совершенная симфония, совершенная красота для вашего образа. Ну и, конечно же, вложение. Вообще, на самом деле, в золото вкладывать намного выгоднее, чем в евро, чем в доллары, потому что золото – это вечный металл. Золотовалютные резервы, да, как говорится, пускай это будут ваши золотые резервы, золото вашей семьи. В золото вкладывают и Россия, и Китай, и Америка. Вот самое главное, да, учимся у государств, учимся у, скажем так, центральных банков, куда вкладывать деньги. Вкладывайте в золото, но ваш золотой запас будет храниться не где-то в сейфе, а вы будете его носить на себе. Показываю тем самым и статус, также ведь это золото. И, конечно же, получая полное удовольствие от этого благородного металла. Благородный металл, такое его название. Золото аурум, как его еще называют по латыни. И, конечно же, вот такие украшения, аурум, кстати, это означает, что утренняя заря, да, очень интересный перевод цвета золота. Номер для заказа серег 004-316-778.